Машенька, привет! А где ты сегодня будешь выступать? У Малюкова! В младшей группе. Маша сегодня будет белочкой. Покажи свой наряд, покружись. Супер! А что ж ты там будешь делать? Расскажи нам. Рассказывать стишки и танцевать. И собирать, наверное, какие-нибудь фрукты или ягоды? Или орешки. Что? А, ты ж белочка, конечно, ты будешь орешки собирать. А вон там моя группа уже ждет. Уже ждут там наши тоже артисты. Ну что, будем готовиться, да? Да. Аквагрим носики от мамы Веры. Носики еще надо. Все носики получили? Да. Ребята, у вас там пенечки стоят. Отлично. Детки, готовы выступать? Да. Слова все помните? Да. Умнички. И подивимося, як там готується лісовий звірятка до зими. Добре? Але йти нам дуже далеко, то, мабуть, в потяг швиденько сідаємо і до лісу вирушаємо. Люба білочка пухнаста, чи про себе ти подбала, чи горішки назбирала? Ще не встигла назбирати, прошу вас допомагати. Дітки, допоможемо білочці? Да. Звичайно, білочки. Так. Молодці, білочка, подивись, скільки наші дітки тобі горішків назбирали. Дякую вам, малята, що допомогли мені горішки назбирати. Що ми білочці скажемо? На здоров'я, білочка. Попрощайтеся з білочкою, попрощайтеся. Я Маша, выступали? Да. Ух тышка, целая корзинка этих орешков. А у тебя что? Яблоки, класс. Игруши. Игруши, Маша. Вот. Ну что, тебе орехов хватит теперь на зиму? Да. Да?